Привет всем, вы на канале Позитивный Огород. Пришли мы снова в лесочек посмотреть, есть ли грибы. Такой вот уже большой, переросший грусть. Ну, посмотрим, может быть, чистенький. Вот еще несколько грибочков. Ну, вот эти более-менее чистенькие. Потому что они не переросшие. И вот такой вот встретили мухомор. Уже большой. Несъедобный гриб. Вот такой вот маленький обабок. Видишь, какой? Какой хорошенький. В этом году все сухо. Так все попересыхало. Все пересохшие, леса сухие, хотя вот сейчас начали идти дождики. А вот в этой болотинке живет бобер. Зубками, зубками, как это, как выкачено. Вот как съел осинку большую. Хочет свалить. Вот сколько стружек. Угу. Прямо гладенько так выедает. Зубками, видишь, как у него два зубки идут передние. А видишь, как зубками. А здесь слазит вот он, дорожка. Там купается. И вот здесь, смотри, чтобы не завалилось на нас. Ну как съел. Еще одно деревце. Тоже большущее, высокое. Скоро свалит. Ход ходит. И вот такие вот у нас, не знаю, болотинки, наверное, тоже здесь. Березки реденькие, И вот такой вот сибирский лес. Дрожит осинка. Вот такой вот, такие просторы. Где-то не хватает земли, а у нас слишком много болот вот таких вот. Но очень красиво все равно. Ну, вот такие вот поганки растут. Очень много поганок, а грибочков мало хороших. Ну, это работа бобра. Заваленные деревья. А вот здесь вот какая-то нора, может, он здесь живет. Вот на осинке какие растут красивые грибочки. Бака их называют. Сейчас они мягкие, такие мягкие-мягкие. Но потом они будут такие жесткие грибы. Такие вот. Симпатичные прям. И вот такой вот лесок. Какой мох нарастает на деревьях. Красивый. Такой зелененький. Влажный. Такая вот красотень. Вот такой вот подосиновичек нашли. Сейчас его срежем,
В этом лесочке мало совсем грибов. Такой вот чистенький, хорошенький. Вот сколько моха. Болото пересохло. И вот такой вот мох. Везде. Все во мху. Зелененьком таком. Вот такой вот здесь грибочек нашли. Вот еще маленькие подберезовики. Один. Вот он. Второй. И вот большой. Такой вот третий. Тоже старенький. Дождик пошел. Ох, какие красивые березки. Такие вот красивучие березки. Нет, там тоже красиво. И здесь. Вот как болото. Все попересыхали. Совсем нет воды. Кто-то ходит здесь, следы чьи-то. Сколько много следов. Вот такое пересохшее болото. Вот, все повысохло. И уже листочки опадают. Какой высокий лес. К полу вылетело клевать щебенку для ну, чтобы лучше переваривалась лесная пища. Серенькая пошла. Торчает. Клюет щебенку. Почти ручная, не боится. Буквально 4 метра до нее. Какая птичка серенькая. Как курочка, да? Да. Как курица. Клюет щебен песок. Это не боится, да? Так это от тетерева или глухаря? Это от глухаря. О, как взъерошилось. Называется капмалуха. Жена глухаря, да? Да. Да, молодая. Чего такая большая, молодая? Да, еще маленькая. Кушала хорошо. Кто-нибудь ее
заберет. Вот какой стажок сена. Выкошена травка. Вот такая вот красотища. Было сухо. Такой вот стажочек сметали. Небольшенький. Уже раньше косили сено, а сейчас не косим. Такое вот сенко. Сухое-сухое. Тут оттава уже потихоньку начинает идти. Грибов в лесу как-то не так много. Но очень красиво. Вот спиливают дерево и затем зацепляют тросом и на тракторе утягивают уже зимой, когда снег выпадет. И тогда уже такие стажки привозят и кормят животных домашних.